Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Болотная атака». В данный момент у нас 9 уровень, и, как я говорю, здесь, ребят, какая-то мышь у нас с аркебузой. Давайте смотреть. Не забудь улучшить укрепление. Так, новая крысиная проблема. Да? И в чем же тут, ребята, проблема? Пока не вижу никаких проблем вообще. Ну да, прибавилась тут у нас крыса. И все. Больше ничего нового пока нету. Хорош. Крокодилы, успокоились, успокоились, родные. Потише, потише, не ведите себя. Так, у меня, ребята, если что, есть холодильник. Воу-воу-воу, тихонько. Да елки-палки, что ж ты мажешь-то у меня так? Надо было, наверное, ребята, укреплять свое... Блин. Ох ты, ты смотри... Ёпрасоте! Я никак не думал, что они будут еще стрелять. Они вот такие вот гаденыши. Ух, аптечка. Ух, слава богу. Так, ну-ка давайте подходить сюда. Крысиное отродье, я буду вас сейчас лупашить здесь. Вот так вот. Ребят, только лишь полпути прошло. Еще, наверное, волны 3 будет, да? Как минимум. Слушай, мне бы как-то вот крит-удар себе, наверное, увеличить бы. А как это можно сделать? Я не знаю, ребят. Я могу только скорость себе, перезарядку и атаку увеличить, и больше ничего. Ни динамита. Ох ты, еще эти... Ах ты, маленький сопленыш. Летает здесь мне, плюется. Да уйди ты отсюда. Издалека бомбит. То он раньше, ребята, вот где-то отсюда начинал стрелять. Ох ты, даже не успели плюнуть, комарики-то. Ну что, вроде бы все, ребят. Уже, как говорится, на подходе. До сих пор еще не использовал перчик ни разу. Кстати, нам нужно боеприпасы купить для УЗИ. Да-да, между прочим. Ух, сколько вас тут. Потише, потише, да. Ребят, здесь невозможно, наверное, сделать так, чтобы по тебе ни разу не шмальнули, да? Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Перезарядка, перезарядка, что ж ты. Ну, да хорош. Е. Замечательно. Так, уровень 1.9 пройден. И это хорошо. Так, что нам... Сколько мы заработали? 1500? А нет, ребята, 2281 монетка у нас. И что я могу сделать? Я могу суперобойма. А, вот, боеприпасы. Дай-ка я боеприпасов куплю, а. Хотя бы маленечко. УЗИ это все-таки хорошо. Особенно в ближнем бою. Ну, по крайней мере, я так считаю. Так, можно взять... Ах, динамит, и это тоже нужно мне покупать отдельно. Вот оно что. Так я так, ребят, не накоплю никогда ни на что. Ё-моё, если я буду на все это тратиться. Интересно, каким макаром здесь вообще можно зарабатывать деньги? Ну, не просто деньги, а много денег. Вот что меня интересует. Так, быстрая миссия, испытание мультиплеера. Ладно, ребята, поехали. У нас тут 10 уровень. Я смотрю, какой-то пришелец. И на дорожке у нас будет лежать подарок. Фух, опять будем с пришельцами драться, да? Опять они у меня похитят все. А у меня... Хотел сказать, у меня ничего не... И УЗИ стырили даже, эй! Ну-ка, отдай динамит. Хотя бы уж. Ребята, а заши... Комары еще тут... Да и... Во, попал. Самое-то фиговое, ребята, они у меня забрали УЗИ. Понимаете, я его только купил, а у меня это все свистнули. Ну-ка, во, вернул. Какую-то долю себе патронов. Ну что, специально так делать? Вот в... На, на. Так, коктейль Молотова я вернул себе. Что бы нам тут сделать? Мы можем вот так вот. Ага, сработало. Мышь, иди отсюда. Так, он издалека бомбит, а? Посмотри на него. Болотная мышь. Это что-то новенькое, кстати. Так, бобры прут. Прут бобры. Они у нас... Слушай, они у нас, по-моему, к динамиту, да? Слабоваты. Или нифига они не слабоваты. Эй, смотри, как прут. УЗИ, срочно включаем УЗИ. Вот. Да уйди ты, летаешь тут, нервируешь меня. Специально, что ли, так? Эй, эй, эй. Офигеть, ребята. Я буквально за пару секунд... Истратил весь запас своих патронов на УЗИ. Да ё-моё, комары! Так, опять бобры прут. Слушай, нет, в принципе, динамит неплохо их бомбит, если честно. Главное попасть, точно.
Я чувствую, еще будет последняя, ребят, волна заключительная. И это у нас... Иди ты отсюда, а! Ну-ка, бомбанем, наверное. Слушай, он меня уже достал, а? Ты посмотри! Отвлекающий, ребята, маневр! Ух, повезло нам. Слушай, этот меня сейчас тут раздеребанит. Оу. Слушай, вместо того, чтобы убивать крысу, я, ребят, луплю летающие тарелки. Да иди ты... Ать, даже попасть не могу. Ух ты, что это такое, ребят? Разблокировано. Это кто, хамелеончик, что ли? Или... Ну, похож был на него, по крайней мере. Неужели мне вернули все мои эти награды, все мои призы? Слушайте, ну, уровни уже пошли сложные, очень сложные. Так, 1371 монетка у меня. Во, кузен Рой. Надо было не Рой, а Рей. Кузен Рей. Так, купить, я куплю. А что он делает? Любит сидеть возле дома и поедать насекомых. Ну, в плане любит сидеть возле дома и поедать насекомых. Немножко не понял. Ладно, хорошо. Ребятули, у нас с вами 11 уровень. По-моему, у нас будут бронированные бобры. По крайней мере, я вижу, он с душлаком на голове идет. Это означает, что они будут укрепленные. Да-да, как пить дать. То есть я буду вначале в них стрелять, у них отлетит душлак, а после этого только буду наносить повреждения. Давай проверим, прав я или нет. Так. О, вот он, ребята, наш кузен Рой. Сидит тут что-то. Да ладно, они все, ребята, смотри. Опачки. И что же вы мне прикажете делать? Конечно, сжечь их. Горите! В адском пламени. Ну, это, ребята, были сосунки. А, тут, короче, будут и укрепленные, и обычные. Да, крокодилы? Все, я понял. То есть не все укрепленные, отлично. Так, а вот это вот, по-моему, излишне. Да что ты будешь делать, такие сильные. Надо было, ребята, много динамита покупать. Много динамита просто брать. Да мне не хватает, ребята, патронов не хватает. А, во, УЗИ же есть. Все, давай быстренько перезарядку сделаем. Пока есть такая возможность, пока есть время. Так, ползут, да, гаденыши? Ползут. Ладно, хорошо. Знаешь, в чем прелесть всех этих бобров? Они медленные, или мне кажется. Рой, ты хоть что-нибудь-то делай, хоть помогай мне как-нибудь, я не знаю, сидит там просто так. Ничего даже не делает. Хоть бы плевался бы в них. Ну а почему бы... Нет, не будем мы с вами тратить коктейль Молотова на этих. Ого! Ну вот, ребят, я о чем и говорил. Видели? Вначале отлетает душлаг, а после этого только лишь они получают повреждения. Ну... Вот тебе и фермер Джо, да, ребята? Сидит себе возле домика. На болоте. Вооружился непонятно откуда. И бомбит теперь по всем вот этим вот охламонам. Ой, ну спасибо тебе большое хотя бы за аптечку. Спасибо большое. Игра хоть где-то мне немножко уступает. Рой, ну ты что-нибудь делай там, а? Ничего не хочет делать. Абсолютно. Сидит как бестолковый, ничего не делает. Опа, опа, динамит, коктейль Молотова. И что еще, и холодильничек мне достается. Все что ли? Да, ребята, мы прошли волну. Нет, конечно, я могу себе увеличивать монетки за счет просмотра рекламы. То есть в два раза, да? Если сейчас 1200, то будет 2400. По идее так, давай проверим. Ну-кася, двойная награда. Да, ребята, 2400, я был прав. Слушай, ну это ничего, после каждой игры придется смотреть ролик. Так, разблокировать. 40 тысяч, это для М16. Да и тем более он откроется, ребят, на 12 уровне. И я вот не знаю даже, что и сделать. Можно, конечно... Так, оборона. 10 тысяч, тут ничего нельзя. Можно улучшить. Можно улучшить. Но я считаю, что нам нужно с вами улучшить... Ага, не хватает. Нужно 3000 для того, чтобы улучшить нам дробовик. А нам его нужно улучшать, потому что вы видели, что уже идут бронированные животные.
То есть крокодилы там всякие, да? И нам их просто не пробить. Ладно, я все-таки куплю патрончик себе. И поехали. У нас с вами 12-й этап. Пока еще мы с вами здесь держимся. Погнали. Как только проиграем, будем... О боже, да их тут полно. Почему-то все время эпизод 1. То есть тут еще будет эпизод 2, да? Так, пока расстреливаю довольно хорошо. Так, что у нас тут? О, патрончики на УЗИ. Так, погоди-ка, погоди-ка. Что-то они уж слишком близко ко мне подобрались. Вот это по красоте. Так, комарики, валите отсюда. Не понял. Это рой. Ах, вот что он делает, ребят. Рой, оказывается. Эх, ты. Рой ест этих муравьев, хотел сказать. Во, вот так вот, хорошо. Так, еще маленечко, ребят, еще маленечко. И еще чуть-чуть, я думаю, даже вот так вот сделать. Во, заморозка-то как отлично срабатывает. Ну, во. Так, давай-давай, перезаряжай быстрее, 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 пока эти олухи ко мне не подошли. Они уже подошли. Шикарно. Так, расслабляться не стоит. Надо быть всегда напряженным, ребят. Опачки, черепандели. Давненько мы их с вами не видели. Ну, куда ты бежишь, ну, куда ты бежишь? Бежит он. Так, комар. А? Ладно, пускай этим... Займется у нас. Во. Джо все-таки их хрумкает. УЗИ. УЗИ. Как у него быстро патрончики-то заканчиваются, если честно. Но зато эффективно. 83 осталось патрона. Это от 200. Слушай, не вариант. Не вариант, ребятули. Давай, давай, давай. Подходи, гаденыши. Блин, я на них все патроны потратил почти, а? 17 осталось всего лишь. Последняя волна идет. Ползет, так сказать. И это именно вот эти вот еноты. Подожди, я... Что такое? Почему не могу? Вообще замечательно. Ай. Нанесли все-таки дамаг. Дай сюда. Опа! Разблокировано. М16, ребята. Да-да, собственная персона. Я вообще-то думал, что его нужно... А, ну да, вообще-то его нужно будет покупать. Или нет? Нет, ребята, мне его дали. Хм. Ну что же, замечательно, если на халяву-то. А я думал, что мне надо его покупать. Так, улучшить 3000. Хм. Интересно, М16 это круто или нет? Давайте, знаете, что сделаем? Вот так, и вот так. И вот так. Да, у меня теперь будет дробаш, УЗИ. На УЗИ у нас очень мало патронов. Очень мало, ребят, всего 17 штук. И М16. Ну, проверим, протестим, насколько эта пушка хороша. Так, дай-ка я почитаю. Укрепляет дом и дает больше здоровья, это понятно. Здоровенный грызун с пушкой, крыса. Любите, ну это я читал. Защита головы для монстров. Так, мощное и точное оружие подходит для дальних дистанций. Вот это замечательно, ребята, для дальних дистанций. Потом протестим. Обязательно. Так, крокодилы. Шли бы вы лесом, а? Так, Джо. Давай, жри этих комаров. Молодец. Эй, я не понял. Что за ерунда? Что ты делаешь, а? Птичка. Ха-ха. Давай перезаряжаться. Знаете, что самое интересное? Вот я, например, переключаюсь, да, с дробовика на другой вид оружия, если на нем нет патронов. И фигушки. Надо будет потом переключаться и опять перезаряжаться. То есть он не перезаряжается сам по себе. Все это нужно делать именно самому. Давай, 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 Джо, ё-моё. Крыса, ну ты не припухла, я совсем уже. В наглую прям стоит и бомбит по мне. Фух, перезарядочка. Идут, идут. Идут крокодильчики. Ну, мы знаем, ребят, что они боятся огня.
крокодилы. Они очень хорошо горят. Но я не хочу тратить коктейль Молотова, потому что у меня нет денег. Ребят, кстати, напишите мне в комментах, где здесь можно зарабатывать деньги. Может быть, есть какой-то ивент или еще что-нибудь в этом роде. Так, погоди. Во. Замечательно. Перезаряжаемся. Вот этих можно поджарить. О, по красоте. Пускай горят. Но вот эти вот бронированные не особо хорошо горят. Я смотрю. Опять это крысиное отродье тут шмаляет. Так, пока ты перезарядишь там. Во. Так, комары, комары, комары. Оп, оп, оп. Снес их. У меня больше ничего нету, кроме холодильника. Так что обороняться мне больше нечем. Жаль, да идите вы. Так, опять как-то не особо хорошо получилось. Но я вам скажу одно, ребят. М16 все-таки это вещь. Во-первых, она стреляет действительно точнее. И растрат у нее патронов намного лучше, чем у УЗИ. Опа. Еще что-то. Солидно. Неплохо мы с вами тут получили. Так, сколько мне дают? Ну что, давайте посмотрим опять рекламку. То есть, ребята, здесь получается, если ты что-то хочешь заработать, ты должен смотреть постоянно рекламу после каждого уровня, чтобы удваивать себе монетки. Так, боеприпасы, боеприпасы. Угу. Боеприпасы-то по-любаску надо покупать. Как бы это... А, максимально 240, все, я понял, все, я понял. Так, давай-ка тогда глянем здесь. Улучшить, улучшить. Нам, наверное, надо улучшить с вами вот это. Так, и купим. Скажите, Рэй, что ты делаешь? Зачем ты тратишь все деньги на это? Ребят, ну по-другому никак, мне же нужно проходить уровни. Смотрите, быстрая миссия. Здесь нарисована монетка. Может быть... А, ах, тут еще будет эпизод 2. Вот оно что. Понятно. То есть в данный момент мы с вами в эпизоде 1. Вот почему все это пишется. Так, и у нас 14 миссия. На 15 опять пришельцы будут. Тут черепахи. И подарочек, кстати, тут какой-то. А это что? Это, видимо, босс, что ли, в конце будет. Так, ну что? Поехали. 14 уровень у нас на носу. Еще больше. Да, видимо, еще больше будет всяких тут тварей на нас лезть. Так. Поджечь все это отродье. Да, черепах, конечно, по барабану. Что я там в нее стреляю? Так, эти пришли. Мыши с аркебузами. Лучше бы мне дали какого-нибудь другого монстра вместо Джо, который мог бы, ну, хотя бы стрелять или помогать мне как-то, да? Мне кажется, было бы намного эффективнее. А что он тут сидит и комаров ест, и то... Если я это позволю ему, я бы мог их сам убивать. Но... Да иди ты, стреляет он еще в меня. Давай, давай, Джо, перезаряжайся, пожалуйста. Быстрее, быстрее. Так, у меня еще коктейль Молотова есть. Вот, вот, вот этих вот мы поджарим. Так, давай, 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 давай. Горите в аду, гады. Ну, Джо, ну что ты так медленно перезаряжаешь? Ну, серьезно. Нет, ну, как говорится, если хочешь быстрее, вырубай перчик, и будет тебе счастье. Но перчики тоже, ребята, на дороге не валяются. Шмальнул, называется, с динамита. Им пофигу, ребята. Как будто щекоточки какие-то были. Да. Так, М16, где? Поехали. Иди отсюда. Шикарно. Ух, прошли. Опять реклама. Так, двойная награда, итого мы получаем. О, 2800. Замечательно. В принципе, если не тратиться ни на что, можно даже неплохо заработать. Даже можно будет улучшить, например, со следующего уровня, да? Тут у нас еще огнемет будет, арбалет, косморужье и кисломет, гранатомет, двухстволка и миниган. Главное, двухстволка почему-то идет предпоследним оружием. Странно.
Ну что, ребятуль, я готов. Я готов, и опять у нас будут пришельцы. То есть опять у меня сейчас похитят все, что у меня есть, да, и я должен буду выбивать. Неопознанная летающая тарелка. Абсолютно все забрали. Гаденыши. Иди отсюда. Так, динамит отбил. Так. Ага, М16. Нормулька. Джо, ты вот давай вместо того, чтобы сидеть здесь, подбивай летающую тарелку. Да елки-палки, промахнулся. Во. УЗИ, ну УЗИ это, конечно, фигня, ребят. Мне не понравилось УЗИ. Вот М16, да, это дело. О, видите, как бомбит. Ну что ты тут летаешь-то, елки-палки? Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Никак не получилось. Нормуль. Блин, зачем я так делаю? Зачем я так делаю? Да блин. Ребят, я пропустил летающую тарелку. Они, смотрите, почему-то плюются именно в моего маленького роя. Да хорош. Одни комары, а, пруд. Динамитик достался. Так, ну динамитик, ребята, это фигня, все. Нам здесь вот так надо сделать. Пускай погорят маленько. Ага. Так, опять летает здесь. Почему один динамит дает только мне, а, эта тарелка? Летающая, неопознанный объект. Ну давай, 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 родная. Так, может динамитиком шмальнуть разочек. Упс. Упс. Блин, мне перезарядиться. Переключиться не на что. Понимаешь? Ну, есть холодильник. Зачем он мне, правда, ума не приложу. Ох, ты по... Ой, ребят, у меня очень мало здоровья на базе. Хорош тут уже, наверное, отдыхать-то. Очень мало. 240 монет. Все мне вернули. Замечательно. Так, сколько? Маловато, конечно, но что ж поделаешь. 3785. Ребят, ну это очень мало. Я пока, наверное, ничего. Или можно улучшить себе дробовик. Давайте улучшим. Я не выдержал, улучшил дробовик. И переходим. Дьявольские уровни. Разблокировано. В плане дьявольские уровни еще. Вы о чем? О чем они тут говорят? То есть я могу проходить по повтору? А почему дьявольские? Ну-ка дай проверю, что тут дьявольского. Где? Что? Ну? Те же самые крокодилы. Хе-хе. Слушай, может быть денег будут побольше давать? Давай проверим. Так. Давай, 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 давай. Отлично. Ну, первые волны, ребята, это самые легкие. Я в этом уже убедился. И ничего тут такого я не вижу, если честно. Может быть, они что-то попутали? Может быть, там как-то надо переключаться было на дьявольские уровни? Ребята, я, честно говоря, не понял. Не понял я, что тут дьявольского. Ну-ка проверим. Дай-ка я посмотрю. Пси. Не вижу я ничего такого тут существенного. Ладно, ребята. Ой, а у нас что, энергии больше нету? Да ладно, не может этого быть. Да, ребятули. У нас закончилась энергия, а я думал, что я пройду сегодня босса вот этого вот. Попытаюсь, по крайней мере. Ну что же, тогда на этом будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и уже, как говорится, до новых видосиков. Всем пока и удачи вам.